Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет премьера документального фильма «Фронтовая бригада», снятого самарскими кинематографистами. Показ состоится 20 октября в 19:00 в Большом зале ОДО. Вход свободный. После премьеры – концерт главных героев фильма – государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки», сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Это первое обновление территории за 46 лет. Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис. Также можно будет просто отдохнуть на новых шезлонгах. Это только первый этап обновления. В следующем году здесь планируют построить смотровую площадку, оборудовать спортивную зону, а также скейт-парк. Проект благоустройства «Молодежного» был внесен в список по отбору общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». За обновление «Молодежного» проголосовало более 27 тысяч самарцев. Неравнодушные жители также принимали участие в разработке проекта модернизации парка, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. В Красноглинском районе завершился сезон благоустройства дворов. По программе формирования комфортной городской среды обновили территории по следующим адресам. Поселок Прибрежный, улица Труда 20, 22, улица Парижской коммуны 30, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 5, поселок Мехзавод, квартал 16, дом 4, поселок Мехзавод, квартал 2, дома 44, 45, 46, 49. Во дворе домов номер 1 по Красноглинскому шоссе и номер 23 по улице Парижской коммуны к благоустройству подошли комплексно. Всего в этом году в региональном центре по программе формирования комфортной городской среды обновили 56 дворов во всех районах города, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. Телеграм-канал Советского района напоминает, что идет голосование за участников третьего фестиваля стрит-арта «Форм Арт». Это общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды. Самарскую область представляет Семен Маверский. Его мурал «Киберусь» украшает фасад дома номер 98 по улице Советской Армии. Оставить свой голос можно по бесплатному телефону 8 800 301 50 23. Голосование продлится до 23 октября.